Всем привет! Время 5:30 утра. Вот, приехали на речку порыбачить. Посмотрим, что нас ждет впереди. Рыбачить будем на донке. Снасть у меня кармачок. На речке туман. Погодка шикарная. Рыбка вон видно играет. Ждем поклевок. Итак, вот расположились помаленьку, закинули донки. Уже было несколько поклевок. Я поймал ерша, Аня поймала подлещика маленького. Покидали блесенки. Так, у меня поклевочка. Пошел я рыбачить. Мошки немерено. У нас тут то жара была, потом несколько дней дожди. Вчера вообще грибной дождь такой тепленький шел. Прошел час. Поклевочки идут очень такие вяленькие. То есть мелочевка какая-то долбит. Вот и сейчас вот там чуть-чуть вот колокольчик подергивается иногда. Но пока все поклевки безрезультативные. Рыбачим дальше. О, карасик. Вот у нас сегодня первый карасик. Нет, просто это. Рыбачка у нас поймала. Поняла. Есть? Ну, вытаскивай. Крути, крути. Ух ты, у меня поклевка. О, карасик. Мелочевочка попалась. Да какой сучок, ты угораешь, что ли? Идет кто-то. Карасик. Вот такие вот карасики сегодня. Чуть больше ладошки попадаются. Один покрупнее попался. Это вот стандарт сегодняшней рыбалки. Друзья собираются домой уже. А я еще посижу маленько. Глядишь, может, карась покрупнее подойдет. Ну что, время уже близится к обеду. Друзья мои уехали, поклевки прекратились практически. Еще часок, наверное, посижу и поеду домой. Ловлю на червя, прикормка Дунай. А вот сегодня с самого утра мелкий-мелкий пощипывание, малек. Сдалбливает червя, а результативных поклевок практически нету. Одна где-то полчаса в час. Жарище. Пью холодный чай. Вот так вот и сижу в ожидании чуда рыбы. Вот такие вот карасики сегодня ловятся только. И все.
это вот за сегодня весь улов пока что. Кидаю примерно на середину, чуть дальше. Ближе к тому берегу. Мелочь, сразу долбишь, только закинешь, сразу мелкую поклевочку. А что-то такое приличное. Карась недавно не вестился, но как бы уже он должен был переболеть. Время уже 2 часа дня. На улице стало жарище ужасное. Тут солнце пекет. Так что буду-ка я собираться домой. Поклевки все равно вялые. Потихонечку буду двигать в сторону дома. А вот это вот весь мой сегодняшний улов. Там штук, наверное, 6 или 7 карасиков. Мелочевка эта. Я бы ее отпустил. Я и так сегодня много отпускал. А это уже была еле живая, когда ее достал. У меня кошки дома есть. Не пойдет. Они тоже рыбку любят. Забрался, мусор с собой забрал. Пробираюсь через такие дебри. Еще и борщевик откуда-то. Куртку надо было одеть. В общем, домой без улова не вернусь. На уху есть, кошкам есть. Так что все отлично.